Друзья, всем добрый день! Сегодня я произвожу посев портулака крупноцветкового. Этот же самый портулак я сеяла в прошлом году. Пакетик у меня прошлогодний, но семена хорошие до декабря 2023 года, поэтому я их могу посадить еще и нынче. Семена у меня остались, их тут очень много было. В прошлом году портулак я сеяла таким же самым способом, он мне очень понравился. Он на самом деле вот такой вот разноцветный у меня вырос и очень оживлял и разнообразил мои клумбочки в прошлом году. Семена у портулака довольно-таки мелкие, сею я очень просто. Здесь у меня насыпан грунт покупной из магазина. Грунт достаточно рыхлым должен быть, и я его обработала, обеззаразила раствором марганцовки. Так, у меня семян тут много, конечно, остается, но на будущий год их уже все равно нельзя будет посеять, поэтому я высыпаю все. Посмотрим, если взойдет густо, то просто потом продергаем эти семена. Но как только появятся первые всходы, я вам обязательно их покажу. А сейчас я накрываю контейнер крышечкой и отправляю на стеллаж в теплое место под подсветку. Сегодня у меня седьмой день с того момента, как я посеяла портулак. Взошел он у меня щеточкой. Посмотрите, какие замечательные всходы. Они очень хрупкие, нежные. Поливать их пока не нужно, потому что грунт еще влажный. Единственное, что нужно делать, это немножко проветривать, чтобы у нас не было вот такого конденсата на крышечке. А так всходы очень замечательные.